Добрый вечер, Инна. Делаю вам видео кожи Orange Juice. Вот эта шкурка, которую мы вам подобрали. Посмотрите, во-первых, у нее здесь немножечко отличается вот этот лицевой рисунок, но мне кажется, вот он даже интереснее, если честно, вот в этом варианте идет, чем тот, что классически представлен на фото. Драпируется она достаточно хорошо, то есть вот я одной рукой ее собираю, в принципе. Да, видно, что она ложится хорошо в это изделие. Да, то, что она плотненькая, да, она поплотнее. Но драпировка здесь, пластичность, в принципе, ее не изменилась. Что она в той толщине примерно так же драпировалась, что здесь сейчас тоже драпируется достаточно хорошо. Вот. Так что смотрите, в общем, если с этой стороны тоже продрапирую, тоже хорошо получается.